Егор, вставай, Егор. Вставай, мой сладкий. Поедешь с нами? Чего? С нами поедешь? Да. В Кострому. Ну, думай быстрее. Если поедешь, вставай. Не поедешь, дальше спи. Поеду. Вставай, пошли молодцы. Что, у тебя вся простынь-то, смотри-ка, все свез. Ух ты, убежала у тебя простынь-то. Всю простынь заправляла ему. Завтыкивала вот за эти, за края, за все. Да ладно, сейчас не поправляй. Потом. Ну-ка, посмотри на меня. Сонный, но счастливый. Пошли зубы чистить. Всем привет. Мы начали наш влог сегодня с того, что разбудили Егора. А сейчас мы здороваемся со всеми. Доброе всем утро. У нас сегодня утро солнечное. Ну, есть, конечно, там тучки, но я не знаю, будет ли дождь. Пока солнышко. Мы снова в дорогу. Сейчас мы отвезли Никиту на вокзал. Никита у нас уезжает во Владимир. У него сегодня заселение в общежитие. Дальше учиться поедет. С нами в машине Лера и Егор. И мы едем в Кострому. 2 дня назад мы ездили в Нижний Новгород. В Икее нам собрали кухню. Сколько мы там просидели? 4 часа, наверное, да? В общем, с нами менеджер занимался. Ну, где-то 3,5 часа точно занимался. Все начертили, все разрисовали. А потом на компьютере это все быстренько сделали. И собрали мы ее, получили, привезли домой. Здесь, конечно, в нашем городе такого сервиса нет. Единственное, что замеры для жителей Нижнего Новгорода, замерщики предоставляются бесплатно, а в наши города нужно вот там оплачивать дорогу, и это очень долго будет, пока он к нам приедет, пока обратно, а нам уже вчера нужно было, как всегда. Поэтому мы на свой страх и риск замеры сделали сами, и, в общем, если что-то не подойдет, то без претензий. Ну, как всегда, подпилим где-то, да, чего-то подкрутим, подколотим. Вот. В Кострому мы едем за плиткой. В Нижнем мы ее уже не успели купить, потому что время было, магазины уже закрывались, когда у нас закончилась, наконец-то, покупка кухни. Вот, в Кинешме мы не нашли такое количество плитки. Нам нужно 28 квадратов одного цвета для того, чтобы там у нас была кухня и коридор. Только на заказ, но самое ближайшее это через 2 недели, и не совсем то, что хотелось бы. А то, что хочется, в общем, нет такой плитки. Приходится вот ехать в другой город. Проблема маленьких городов. Что будет интересное, мы поснимаем. Сейчас еще детей поздороваемся, деточки. Вот привет всем скажите. Привет. Егор, скажи всем привет. Всем. Ага, он сегодня счастливый. А вчера, не вчера, а 2 дня назад, когда мы ездили в Нижний, мы с собой брали тоже Леру и Василису со Снежаной. Егор оставался дома со старшими братьями. В общем, он весь изнылся. Ой, меня не взяли, девочек взяли. Ну, в общем, обычная его песня. Вчера тоже смеялись на Егорку. Девочки съели на одну печенину больше меня. Все, истерика. В общем, истерика блокадника. Вот так. Мы ждем плитку, а Егор с папой там общается. Смотрит. В общем, мы плитку получаем, остатки. То, что не в зале забирать, а палетами подвозят к машинам. Мама, и вот тебя не видно тут. Что ты там с папой договорился? В болото тебя сдадим, да? Да? А ты же плавать-то умеешь у нас. Не умею. Не умеешь? В болоте я не умею, на море. Ты только на море умеешь?
Егор, я пытаюсь тебя поймать в кадр, а ты прячешься. У него сегодня столько эмоций. Что тебе купили в комнату? Ковер. Ковер красивый? Да. Да. С машинками. С машинками. Он у нас сегодня без девочек, без своих, без маленьких. Поэтому он ведет себя. Лер, как он себя ведет? Хорошо. Идеально он себя ведет. Он вообще идеальный ребенок. Если бы девчонок не было. Сейчас будет. Потому что нет конкуренции. Смотри. Ой, все, эмоции все переполняют товарища. Сейчас грузить будут, Егор. Мы уже на выезде. В смысле, даже не на выезде. Мы уже в Судиславль проехали. В общем, поворот на Шалью. Хочу показать, какое небо. Там через стекло, но все равно видно. Облака очень низкие, тяжелые. Вот так выглядит это все. С утра начиналось, солнышко было. Настроение было хорошее. На стекле у нас какие-то букашки растеклись. В общем, вот такое небо. Очень низкие у нас облака. Мы когда на юг ездили, мы все время удивлялись. Там такое небо, да, Лер? Высоко-высоко облака, их почти не видно. И звезды всегда высоко. А у нас вот низко, и облака низко. И звезды, когда вот ночью мороз, и видно звезды, они тоже низко. Рукой подать.